рыбу ловить, наверное, уже завтра. Сейчас надо все отладить, посмотреть спуск, как, что вообще происходит. Сейчас у многих современных прицепов есть такая фишка, съемная вот эта панель. Не на всех, но встречается довольно уже часто. Соединяется здесь такие штуки. Нос лебедкой зафиксировал, и все равно сейчас она может маленько туда нырнуть. Когда вот эту штуку отстегну, как бы тут осторожно. О, не, нормально стоит пока. Лодку поймал. Тащу. Здесь закрепил мотор, чтобы он не соскочил, если что. Надо тут затянуть, правда. Сегодня буквально произошло. Вывел из него электричество с выпрямителем. Завел. Здесь все выходит у меня к аккумулятору. Вот здесь аккумулятор, надо его подключить. Купил уже всякие кнопки освещения. Не совсем понятно, куда все это здесь монтировать. Потихонечку надо как-то доделывать телевизор с рыбой. Здесь собрал вот такую конструкцию. Это мебельная полка. Покрыл ее лаком хорошенечко. Тут зацепы. Это под спиннинги. В общем, все достаточно мертво. Провода провел под лавкой, под самой.
Кто считает, что двухтактный мотор не надо прогревать, то, наверное, столько не прослужит он. Надо все-таки погреть любую технику. По времени собрать лодку на прицеп примерно столько же, сколько и собрать ПВХ лодку. Единственный момент, эту сушить, конечно, не нужно. И нет таких движений, где ты на корточках что-то делаешь. Все происходит, все действия стоя, и чувствуешь себя более по-человечному. Ну и по комфорту ловли с ПВХ, конечно, это не сравнить. Окунечки. Опа.